Мы ставим домой кондиционеры, приточную вентиляцию, очистители, мойки и увлажнители воздуха. Все для того, чтобы, приходя домой, нам было абсолютно комфортно. А при этом мы полностью забываем про наши рабочие места. Ведь на работе мы проводим по 8, а кто-то и по 12, и по 14 часов, просто сидя за компьютером и работая весь день. Чтобы ваше рабочее пространство было более экологичным, мы решили специально для вас сегодня заснять такой набор мобильного микроклимата, состоящий из трех устройств. Увлажнителя, который питается от бутылки, ионизатора-ароматизатора и крошечного настольного вентилятора. Весь набор выглядит очень стильно, не занимает много места и вызывает завистливые взгляды со стороны окружающих, а вам дарит замечательный микроклимат в округе. С вами интернет-магазин «Продавец воздуха», и сегодня мы расскажем вам об этих трех замечательных устройствах. Миниатюрный увлажнитель Electrolux 4015 создаст необходимое локальное облачко увлажнения прямо у вас на рабочем месте. Значимость увлажнителя переоценить достаточно сложно, потому что 9 месяцев в году, если только мы не живем на юге, у нас влажность находится на уровне 20-30%, а правильный, комфортный уровень влажности находится в диапазоне от 50 до 60. Производительность устройства 130 грамм в час, что позволит на очень небольшой площади создать вам локальное облачко комфортной влажности, которая необходима для человека. Ведь если нет нормальной влажности, у нас начинают сохнуть слизистые носа, которые являются естественным барьером на пути вирусов и бактерий в наш организм. Так что если у нас сухие слизистые, мы чаще болеем. А второе, очень сильно страдает кожа, она начинает преждевременно сохнуть и морщиниться. Характеристики устройства. Максимальная производительность 130 грамм в час. Бутылка, которую можно установить сверху, пол-литра. Так что на максималках его хватит на 4 часа непрерывной работы. Также есть такой момент, как аромаконтейнер. То есть можно его извлечь, капнуть сюда любимое эфирное масло, и ваше локальное облачко увлажнения станет еще и пахнуть вашим любимым ароматом. Также производитель продумал такой момент, как выдвижные ножки устройства. Прежде всего, они нужны для того, чтобы обеспечить устройству необходимую устойчивость большую, а также их можно задвинуть, чтобы он занимал у вас при переноске меньше места. Провод у него отсоединяемый и длина его 1 метр 60 сантиметров. Очень сильное устройство от Banneco, их ионизатор-ароматизатор P50. Вся бытовая техника, которая есть, она вся вырабатывает положительно заряженные ионы. Это устройство направлено на генерацию отрицательно заряженных ионов, тем самым приводя их в равновесие. Другая функция – это ароматизация. То есть вот такая вот тканевая прокладка, куда можно капнуть эфирное масло. По умолчанию оно идет в комплекте. Небольшой флакончик. Вставить это дело обратно, и воздух наполнится любимым ароматом. Как вариант, завести такое устройство в машину. Что касаемо тактильных ощущений, это невероятное качество. Экологичный пластик очень приятно держать в руках. Так что первый раз, честно скажу, когда эта вещь попала мне в руки, я был очень приятно удивлен. Ну, как-никак, Banneco, Швейцария, и, между прочим, гарантия на нее 2 года. Если на рабочем месте нет кондиционера, охладиться как-то необходимо, то имеет смысл задуматься о настольных вентиляторах. Сейчас перед вами младшая модель из линейки воздушный душ от Banneco, модель F50. Перед вами стоит полноценный вентилятор от Banneco, это средняя модель, модель F120, позже мы запишем по ней обзор. Если вам хочется поставить себе вентилятор, но нет желания оставить какое-то обычное, скучное, посредственное решение, то, пожалуйста, можете обратить внимание на линейку вентиляторов-рециркуляторов Banneco, они замечательные, их внешний вид – это далеко не единственная их отличительная черта. Возвращаясь к нашему малышу F50, что в нем такого? У него два режима работы, сенсорное управление, огромная мощность, а питается он от USB. Только посмотрите, как классно он сдувает облако пара, выходящее из увлажнителя. Так что, друзья, это замечательное решение. В отличие от обычного полноценного вентилятора, который можно поставить к себе на работу в рамках персонального использования, под этим вас точно не продует, и он не будет сдувать бумаги со стола. Итого, друзья, можно поставить себе весь этот набор на рабочее место, можно выбрать что-то одно и использовать по назначению. Все три устройства предельно полезны и практичны. Качество выполнения просто изумительное. А на все это, на каждое устройство идет 2-летняя гарантия, что тоже немало значит. В конце концов, что-либо из этого можно кому-либо подарить. Это подарок, за который однозначно не будет стыдно. Из этого списка, пожалуй, мой фаворит – это ионизатор-ароматизатор, который, как я считаю, будет полезен в каждой машине и точно не будет лишним. А на этом на сегодня все. С вами был интернет-магазин «Продавец воздуха». Далее мы продолжим записывать для вас видео по климатической технике. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на Инстаграм. И до скорой встречи. Пока-пока.